Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые гости нашего Фархада. Сегодня прекрасный день, 8 марта, день защиты женщин. Нынче радость в этом зале, нынче радость небольшой, потому что сегодня 8 марта, сегодня потому что 8 марта. И мы сейчас прямо пойдем к нашим мужчинам и у них спросим, какие пожелания они вам дарят, дорогие, кто? Дам. Поехали. И специально хороший первый, вот, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы интервью берем. Да. Скажите, пожалуйста, и поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных фархадских дам. От всей души поздравляю всех женщин нашего Фархада. Желаем всего-всего и даже больше. Пускай светятся радостью и любовью их глаза. Спасибо большое. Подождите, один вопрос. А вы с Фархада кого любите? Спасибо большое. Хороший интервью был. И Азиз Раджабов. Пожалуйста, подождите. Да. Специально, дорогие дамы, специально для вас оделся вот Азиз Раджабов. И скажите свою благодарностное письмо. Поздравьте, пожалуйста, наших фархадских дам. Нормального журналиста не было, что ли? Да. Вот. Видели? У него даже слов нет для дам. Поехали. И мы продолжаем, дамы и господа. Дорогие женщины, я знаю, что прекрасные мнения есть у всех наших. Здравствуйте. Вот с Фархада Мурод Раджабов. Поздравьте, пожалуйста, наших фархадских дам. Пожалуйста. Добрый день, дамы и господа. Я от всей души поздравляю наших фархадских дам с этим праздником, великолепным праздником. 8 марта, это мы все любим этот праздник. Но, как говорится, у нас кошельки пустые уже становятся. Но, тем не менее, мы поздравляем наших дам. Спасибо, с праздником. Дорогие дамы, видите, какие у нас прекрасные мужики в Фархаде работают. Давайте у Айбека Рахматова спросим. Скажи, пожалуйста, Айбек Рахматов, какие поздравления хотите для наших дам? Поздравить наших дам. Я только что сам вот бегаю, бумага, торт. Там на втором этаже ебичар будет. Поздравляю, 8 марта, женщины, мы вас очень-очень, вот, фархадский мужчина, очень-очень вас любит. Чмокнем. Все цветы для вас. Счастья, удачи, давай, Хорошо, ладно, большое спасибо. Но он старается, наверное. Но переигрыш был чуть-чуть. Ладно, но он в своем репертуаре. Мы продолжаем. И сразу же, дорогие друзья, переходим к Мансуру Бахадыру, Иркину, Нурику. Они здесь занимаются, и, может быть, у них тоже есть хорошие поздравления. Послушаем. Поехали. Бахадыр Мансуров вас поздравляет, дорогие женщины. Бахадыр Аке, поздравьте, пожалуйста, наших дам фархадских. Я от всей души, от своей имени и от имени ансамбля Садо поздравляю всех женщин Фархада. Желаю им счастья, удачи в жизни, семейного счастья, благополучия, чтобы они всегда были такими красивыми, обаятельными, наши женщины фархадовцы. Большое спасибо. А вы кого любите в Фархаде? Я всех женщин люблю в Фархаде. Спасибо большое. Хорошее мнение, хорошие слова было. И продолжаем. И Иркинаке, скажите, пожалуйста, и поздравьте вы тоже. Мана кирпкилеткан 8-чи халқаро хотин-қизлар 8-чи март байрами билан барча кирпкилеткан мана шу Фархад хотин-қизлар иш ходимларини чин юракдан мана шу кирпкилеткан байрамлари билан табриклаймиз ансамбль Садо номидан. Катта рахмат. Спасибо большое и продолжаем. Дорогие друзья, ассаламу алейкум. 8-чи март байрами билан хотин-қизларни табриклаб қоямизми? Қочим гапирам. Давайте. Ҳамма хотин-қизларга соғлик-саломатлик, энди қизларга ҳам хотинларга ҳам деди.
Рахмат. Хорошие поздравления были. И продолжаем, дорогие друзья. Продолжаем. О, толпа. Вот. Вот где они. Здравствуйте, дядь Толик. Как вы хотите поздравить? Очень хорошо. Всех женщин с 8 марта. Здоровья, счастья всем. Чтобы все улыбались, были все добрые, счастливые. И денег побольше. Мы продолжаем интервью. Заходим прямо к художникам. Художникам. Эй, здравствуйте, 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 здравствуйте. Как у вас, все нормально? Здравствуйте, как у вас, все нормально? А как вы хотите поздравить наших фархадовских женщин с 8 марта? Ну, я как ветеран эротического фронта хочу поздравить наших милых женщин с праздником весны, желать пожелать им всего наилучшего. И самое главное, вы будьте всегда как бы к нам, мужчинам, ну, как сказать, чтобы вы нас понимали. Потому что мужики, сами знаете, не всегда такой народ серьезный. Ну, я не знаю. Поздравляю. Мы вас любим, дорогие наши женщины. Большое спасибо. Хорошие пожелания были. И извините, пожалуйста, конечно. Дорогие дамы, вас поздравит наш Евгений Пушкин. Что ты хочешь пожелать? Дорогие дамы, от всей души желаю вам в этот прекрасный день, 8 марта, быть красивыми, счастливыми, здоровыми, успехов вам. С Новым годом! Ага. Большое спасибо. Да. И поздравляю вас тоже. И продолжаем, дамы и господа. Дорогие женщины, вас поздравляют все мужики, и в том числе наш брат Юлдашев Рустам. И заходим к ним. Вот и Юлдашев Рустам и Алишер Абдумурадов. Рустам Аке, как вы хотите поздравить наших дам? Поздравьте, пожалуйста, наших дам с 8 марта. Я поздравляю всех женщин Фархада с 8 марта. Желаю им удачи. Тинчлик, да? Тинчлик. Тинчлик дома. Сюда, короче. Спасибо большое. И Алишер Абдумурадов. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, наших фархадских дам. Фархадские дам? Хай. Я всех поздравляю от имени всех заслуженных артистов. В том числе я. В том числе я поздравляю и уважаю всех. Вы очень красивые, очень добрые, очень-очень. Я вам поздравляю и желаю успехов, здоровья. Большое спасибо, Алишер Абдумурадов был вас поздравлял. И ужасно хуй варшим замуки. И переходим, конечно же, Анвар Ганиев. Ассаламу алейкум, Анвар Аке. Яшмысыз. Сакизинчи март муносабаты билан Фархот Маданият сарайы хадимларини, аёлларини табрикласангиз. Поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам. Nima deyman, men shu bahona Farhodda ishlaydigan barcha ayollarni, qizlarni mana shu 8-mart bahor bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Nafaqat Farhod, mana shu viloyatimizdagi barcha, mana shu respublikamizning barcha ayollarini 8-mart bahor bayrami bilan tabriklayman. Doimo mana shu gulday ochilib yurishini tilakdoshiman. Katta rahmat. Хорошие пожелания были, да? Равшан, вопрос. Раньше здесь кто занимался? Джим. Раньше занимался Джим. Но Джим... С Богом.
Мухадунаки, ассаламу алейкум. Поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам с 8 марта. Я люблю женщин. Я их поздравляю. Желаю успеха и крепкого здоровья, долголетия. И долго, что они занимались сексом. Спасибо большое. Хорошие, прекрасные слова. Азиз Курбанов. Конечно же, Азиз Курбанов новый коллега наш. И давайте послушаем поздравление 8 марта у Азиза Курбанова. Поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам с 8 марта. С 8 марта желаю вам всего самого наилучшего, оставаться всегда такими красивыми, какие вы и есть. Любви, конечно, долгих лет жизни, что еще, мирного неба над головой и, ну, наверное, будет правильно сказать, творческих успехов и плодотворной работы. Ура! Спасибо большое. Расскажите стих про маму. Нет, у меня стиха про маму. Спасибо большое, хорошие поздравления, хорошие... Ассаламу алейкум, аке. Солик, зашим, чарчим, ясим. Без Фархот Мадетсара, ищихадым ларымыз. Ушенге 8 март байрамы билан. Мана шу хатын кызларымызды табрикласаңыз. Фархот Мадетсараның хатын кызларына. Мана шу келекен байрамларынан хамаларын табриклайма. Мана шу хатын кызларымыз, она сингилларымыз хамаларыны. Мана шу келгісі 2013 елге хамамызга омат алып келсін тілейма. Сау болу. Катта рахмат. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Наших женщин поздравьте, пожалуйста, с 8 марта. С 8 марта? Поздравляем вас с 8 марта, девушки. Желаем вам самого наилучшего. Что еще? Вы из города Новои? Да, да. А знаете Дворец культуры Фархад? Да. Мы вот из Дворец культуры Фархад и пожелания ваши на Дворец культуры Фархад. Ну, всем счастья, здоровья, успехов, благополучия. Чего еще? Большое спасибо вам. Самандар, здравствуйте. И поздравь, пожалуйста, наших прекрасных дам. Табилешки рейм, айоллана. 8 марта билан Ўзбекистонимиздаги, қолаверса, бутун Навоиимиздаги айолларимизни, онажонларимизни, опа-сингилларимизни чин дилдан табриклаймиз. Юзларидан ҳар доим кулги табассум аримасин. Катта раҳмат. Манзур гуруҳи эди. Ҳурматли азиз айолларимизни албатта табриклаш ниятида Дилмурод ака, здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам с 8 марта, фархадских дам. Мы вас всех любим, поздравляем с 8 марта, желаю счастья, здоровья, успехов. Большое спасибо вам. Салам алейкум, Джурабек ака. Чарчим япсызмы? Фархот Мансароевдан ажойип хотын-кызларыны 8 март байрамы билан чын калбыздан табриклайсыз деген умиддамыз ва өзүңүздү жакшы тилекторуңузду эшитип калабыз. Şu Фархот Мансароевдин аялдарынын хаммасын 8 марттан табриклайбыз. Hammalariga omad. Mana shu kelgan 2013-2013 yil hammasi uchun omadli yil bo'lsin. Ko'p-ko'p pullar ketirsin. Farhod madaniyat saroyida biron kishini yaxshi ko'rasizmi yo'qmi? Yo'q, lekin boshqa yerdan yaxshi ko'raman. Qayerdan? Olingan o'zi xotin qolingan. Ha, xotin qolingan. Undan tashqari yo'q. Yo'q, ular aytilmaydi, sekret. Ha, GMZdan bittasi bordi, nima bo'ldi? Ha, u aramizga nima tushdi? Sovuqchilik tushgan. Sovuqchilik tushdi. Xo'p, sog' bo'ling. GMZ bo'lmagan bo'lsa, nima bo'lsa ham Grace taksi hal bo'lib ketsin. Shunday bo'lsin. Sog' bo'ling. Ahad aka, pozdravte, pozhalosta, naших прекрасных дам, наших фархадских дам с 8 марта. Всех женщин люблю, уважаю. Пускай будут они счастливы. С 8 марта, да? С 8 марта. А кого любите? Женским мартом. А кого вы любите?
Фархади. Фархади, всех женщин люблю до единой. Всех? Всех люблю до единой. Фируза отдельно, особо. Особо любит. Дорогие наши женщины, вас поздравляет Рустам Насреддинович. Ну, в этот прекрасный день прежде всего хочу пожелать женщинам здоровья, семейного счастья, долголетия, успехов в труде, чтобы они не болели, не было бюллетней, а если болели, то только за мужчин. Большое спасибо. Успехов им. Большое спасибо. Вы самая хорошая девушка, самый хороший мужик в жизни. Поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам с 8 марта, наших фархадских дам. Всем поздравляю, всем женщинам с 8 марта. Всем удачи. Еще че. На таджикском что он говорит? Байраму мубарак шават. Хамава хушрыш дегардитон. Спасибо. Сможете сыграть для наших прекрасных дам? Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит груз желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыл вчера. Эта композиция звучала специально для вас, дорогие женщины. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Галя, аволомбор узур суреймыз. Просим прощения, да, Раушик? И поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам с праздником, с 8 марта. Nima deyishim mumkin? 8-mart bilan ayollarimizni chin qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Tabriklayman hammalarni bayram bilan. Katta rahmat sizga. Здравствуйте, Михаил Якович. Красиво поздравьте наших красивых дам, фархадских дам. Поздравьте. Я от души поздравляю самых красивых женщин во всем Наваи. Я уж не говорю там дальше. С этим прекрасным весенним праздником 8 марта. Только наши мужчины живут только ради них и только для них. Поздравляю с праздником вас и всего вам самого-самого-самого доброго. Большое спасибо. А можно один вопрос задать? Ну, можно, конечно. А вы в Фархаде кого-нибудь любите из женщин? Да я всех люблю. Всех-всех? Всех женщин люблю. И не только в Фархаде. Большое спасибо за хорошие, теплые поздравления. Поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам с 8 марта, фархадских дам. А почему только фархадовских? Ну, у вас у каждого есть девушки, поэтому в первую очередь, конечно, я всех девушек, женщин поздравляю от души. Очень такой светлый праздник международный. Конечно, желаю быть всегда красивыми, здоровыми, любимыми для мужчин и юношей. Вот, чтобы счастье было в семье, дети, чтобы росли в здоровье, в радости, чтобы будущее было хорошее и у ваших детей, и у вас самих. Ну вот мои такие пожелания. Я всегда люблю этот праздник, потому что я художник. Главная тема – это женская тема. Большое спасибо за хорошие теплые слова. Так, дорогие друзья, мы продолжаем наше интервью. И наш еще один поздравительный подарок от Ромы Свечнева. Подходим, заходим к нему.
Как ты? Хорошо. Как у тебя? Все нормально? Спасибо. Репетируешь, да? Конечно, репетирую. Как ты хочешь поздравить наших фархадских дам? С 8 марта. Дорогие наши женщины, я от всей души хочу вас поздравить с вашим прекрасным женским международным праздником, 8 марта. Главное пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия и моря цветов. Ваш Свеченов Роман. Большое спасибо. А Фархаде, ты кого-нибудь любишь? Фархаде? Я всех женщин люблю. А именно кого-то? Свою жену, свою маму. Большое спасибо за хорошие теплые слова. И я думаю, что подарочки небольшой для наших дам. Сыграешь, да? Конечно. Давай. А я буду танцевать. Такой, зажигательный, хорошо. Все. Большое спасибо Роману Свеченову. Здравствуйте. Аволамбор, поздравьте, пожалуйста, наших прекрасных дам с 8 марта, фархадских дам. Фархадских дам. Поздравляю фархадских дам с 8 марта. Желаю им здоровья, счастья, красоты, удачи, чтобы все в семье у них было хорошо. Большое спасибо. А вы тоже поздравьте? Албатта, брат. Албатта, брат. Табраклаем с хуллас. Молодец. Как можете вы поздравить наших женщин? Дека Фархад. Всех с чем? Говорят? 8 марта. Какой 8 марта? Наурус же. Какой 8 марта? Наурус. 8 марта же. А, все, большое спасибо. А какие пожелания? Пожелаю счастья, здоровья, благополучия, любви побольше. Заниматься любовью. Большое спасибо. Замдиректор ДК Фархада Шерзот Равшанович. Большое спасибо вам. И замдиректор. Так, замдиректор ДК Фархада Шавкат Шуратович, поздравьте, пожалуйста, наших женщин. Любимые наши и славные хозяйки домов и сердец, прекрасные, добрые, главные, природы и мира венец. Пусть праздник ваш будет красивым, а жизнь веселей и щедрей. Цветите всем близким на диво от нежной заботы мужей. С праздником вас, дорогие фархадовские женщины! Большое спасибо. Да, я сперу бета амин кляли. Элех омин, что Николай Петрович нас не обидел. Интервью дал. Пошли. Вид какой. Нормально, да? Бежен. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Привет. Мы бы хотели... спроси у вас, пожалуйста, поздравьте с 8 марта наших прекрасных дам, фархадских дам. Ну, вот так. Ну, что можно пожелать нашим милым женщинам? Трудоспособность у них есть. Они у нас работают, дай бог как, мужчины могут позавидовать работоспособности женщинам. Я желаю вам семейного благополучия и счастья. Ниже микрофон опусти. Семейного благополучия, счастья, радости. Будьте всегда такими же нежными, милыми. Мы вас любим, ценим. Иногда ворчим. Не обращайте внимания на это. С праздником вас. С нами был Николай Петрович, директор ДК Фархада, Дворца культуры Фархада. Сысоев Николай Петрович. Николай Петрович, Фархад, Дворец культуры Фархад. Большое спасибо вам за поздравление. Ах! Oh.